Всем привет! Ну, это как бы необычное такое видео. Конечно, я покажу в конце пару маленьких машинок новых. Вот. А тут такая пришла идея. Вот, показать вам что-то такое необычное, кто восстанавливает машинки или делает сам машинки. Вот, из старых автомобилей, из новых, из Hot Wheels и все такое прочее, в общем. В общем, начнем с того, что я нашел в старых игрушках у соседа маленький автомобильчик, которым дети уже давно не играются. Он там где-то в мусоре валялся, типа игрушки скинутые, уже ненужные, пакет. И там оказался маленький такой автомобиль, вот, который был очень сильно поцарапанный. Краска на нем, кажется, розовая была, до неузнаваемости потерта, и колеса, заднее колесо вообще там вдавлено куда-то вовнутрь. В общем, мне как-то стало жалко этот автомобильчик. И я решил его покрасить. Вот. Короче, покрасить-то его покрасил. Вот это внутри. И все сделано из бумаги. Это прижимается стеклом. Тут внутри, кроме вот этих сидений, ничего не было. Стекла прозрачные. И через них видны были колеса и дырки под колесами, которые находятся здесь. Вот, долго, конечно, пришлось повозиться. В общем, я его решил как бы обновить. Искал заднее такое колесо, типа подспортивное, мощное, такое красивое получилось, да, с какого-то детского самолета, с переднего шасси. Вот такое колесико. Вот, они широкие. Ой, широко поставлено. Короче, я не стал обрезать и прятать под капот эти колеса. Ну, чтобы сделать как бы широкопрофильные такие шины, короче, автомобилю, чтобы они выглядывали как бы из-под крыльев. Ну, и все такое. Так, передние колеса я не стал, я их только покрасил. Вот, и вот эти вот проволочка внутри покрасил красненьким. Под цвет типа машинки. Колесо, конечно, снималось, я его снимал, выдвинул вот эту проволочку, покрасил, вот, получилось вот такой вот красненький такой внутри штыречек вот этот. Плохо, наверное, видно, да? Неудобно, фотоаппарат мешает, неудобно двумя руками показать вам. Вот. Так вот сделано. Переднее колесо осталось тоже с той же машинки. Вот, конечно, показать, как я это все делал, это просто невозможно. Потому что все приходит как-то по ходу дела. Когда красишь, какие-то идеи новые появляются, перекрашиваешь, еще раз красишь, и тут клеишь, мажешь. Все это занимает где-то дня два. Вот. Ну, конечно, не сидишь сутками, но, короче, ночь у меня ушла на то, чтобы я ее хоть более-менее довел до ума. Потом на следующий день пошла подкраска, подмазка, там, мытье стекла и все такое. Вот такой корпус получился. Были у меня лаки там какие-то. Я его полностью покрасил, этот корпус. Стекло подкрасил там черным, ободок сделал. И вот так получилось у меня. Я еще ее не скреплял, как бы я это только-только сделал бумажные вот эти накладки внутренние. Короче, она тоже на заклепках была.
Ну, тут суперклеем можно капнуть чуть, и все, она заклеится, будет мертво держаться. Вот такой получился автомобильчик. Так, ну, самое интересное в чем? Не в том, что это автомобиль не Hot Wheels и вообще никакой. Это с каких-то дешевых, непонятных. Да, задние фонарики вот эти вот, они тут были как бы выдвинуты, пластмасс вперед. Такой вот двух, как бы из двух таких полосок выдвинутых. Я решил покрасить. Ну, когда корпуса не было, как бы оно вроде и смотрелось. Одел корпус, а эти задние фонари сливались с корпусом. Ну, я решил белую полосочку такую тут продвинуть, чтобы они как-то вот, отделялись от корпуса. Вот такой вот. Получился вот такой автомобильчик. С передней панелью все как положено. Так, что-то она не очень тут. Надо ее будет как-то приподнять. Да, вот так как-то. Угу, не получается. Значит, вот так. В общем, вот такие дела. Вот такой будет мой автомобиль. Так, ну я решил его сделать как бы в коллекцию Hot Wheels. Но как его сделать в эту коллекцию, если он не Hot Wheels? Пришла мне такая идея. Я там рассматривал фотографии, которые... Машинки, в общем, фотографии. Вот. Ах да, перед этим я пошел в магазин и купил... Вот такую машинку. На корпусе у нее написано вот так вот. Вот такая тачечка. Вот. Написано Хихт, что-то там. Шифтер. В общем, не знаю, что это. Вот. Полный обзор, как бы. Вот такая штука. Что-то тут ничего такого не предвидится. Хорошо, я думаю, видно, да, тут. Кому интересно, из... собирателей таких машинок можно посмотреть. Короче, вот такой автомобильчик. Вот смотрю, как бы по цвету он даже подходит под мой. Ага, ну чего здесь не хватает, чтобы сделать этот автомобиль под Hot Wheels, как бы под коллекцию, нужно что-то здесь под Hot Wheels и нарисовать. Вчера я в интернете там, то есть, ну, у себя там сохраненные фотографии всякие, нашел какую-то упаковочку, где вот этот значок был четко, ярко нарисован. Я ее фоторедактор на черный фон сделал, несколько таких значков на черном фоне. Маленьких, больших, средних, там, короче, таких. Вот, пошел в фото ателье и на принтере мне сделали вот таких пару листочков. Вот. Вот такие значки. Парочка листов. Вот. С такими значками. Ну, так как это бумага на основе не растворителя вот этого ацетонного, которая не стирается, а это обычный принтер. Вот. Я все-таки решил вот эти значки, которые, чтобы они не стирались, я их покрыл лаком. Вот такой обычный лак для ногтей, немножко разведенный, чтобы он был не слишком густой, чтобы не давал толстый слой. Я его немножко развел. Вот. И
аккуратно, одним движением по всему контуру, вот так вот кисточкой проводишь, вот кисточкой раз, и все, потом второй раз провел, вот наклейка типа готова, вырезайте и клейте. Вот, а таких пару принтерских мне сделали. Ну, на бумаге, конечно, вырезать легче. Вот, заодно я и пару фотографий таких сделал. Вот. Вот одна фотография. Застряла. Вот такая вторая фотография. Тоже со значками. Тоже как бы и лаком не надо покрывать, но желательно, чтобы они не потерлись. Ну, получилось вот такие на черном фоне значки. Можно на любом фоне, но факт то, что легче вырезать их. Вот. Фотограф, фотобумага, она какая-то, какой-то оттенок дает такой непонятный, светлый-светлый. Но здесь как-то значки темнее и ярче получились. Может, из-за того, что лаком покрыты. Это естественно, я лаком покрою бесцветным. Вот. Ну, что получится, я, конечно, вырежу, наклею, что получится. Потом покажу со следующей модели автомобиля, которые вот эти вот я взял два. Да. Один я вам показываю машинку. Так, а второй автомобиль я сделаю видео, как раз доклею самоделку и что из нее получилось, покажу. Так, на сегодня пока все. Вот что я хотел, кому интересно. Вот можно разные наклейки такие вот делать, меньше, больше там, которые Photoshop там, какие у вас есть программы. Он делает такие наклеечки. Наверное, видно, да, что где они лаком покрыты, вот, блестят. Так что свободно можно на принтере делать такие, какие угодно наклейки, вырезать, клеить. Клеятся они тоже легко, как бы, тут тоже промазывается лаком слегка. И поверхность лаком здесь промазывается. Чуть, ну, короче, оно уже тут промазано, короче, чуть-чуть подсохло там. Взял, приклеил, держится. Высохло, еще раз лаком сверху вскрыл. И так как я вот сделал вот внизу, вот наклеечки маленькие, видно, да, тут буквочки. Вот, тут номер типа. Так, ну, тут уже наклеено на лак и сверху покрыто лаком. Все, они уже не сдерешь, только что ножом можно содрать. На переднем стекле это просто там слегка. Да, фары я не стал выделять, так как, ну, я думаю, и так смотрится. Как-то с выделенными фарами оно не очень как-то. А так беленький передочек симпатичный получился. Полосочка белая вот эта прокрашенная. Типа спойлера тут что-то под золото сделал симпатичный. Ну да, что делать такие автомобили, красить, я думаю, что нужно не только там пару пузырьков лака, а типа вот с такого арсенала. Вот такие разные лаки. Конечно, их иногда подкупаю там, чтобы красить модельки. Вот такие вот разные, много. Но это не одна коробка. Там у меня еще есть, это, так сказать, основные для подкраски. Кое-какими я уже не пользуюсь очень долго. Допустим, вот этот. Вот я сюда добавил серебрянки, сделал такой розовый. Под серебрянку он был розовый, полупрозрачный. Когда добавляешь серебрянки, он сплошной цвет, хороший, без потеков. Вот, всяких там полос не видно. Вот так. Тот второй автомобильчик, конечно,
очень привлекательный. Я сам не ожидал. Мне просто, я говорю, продавщице: ну что у вас тут старое, нового, ничего нету. Она говорит: есть новое, сейчас, говорит, вынесу. Вот вынесла несколько автомобильчиков. Я, конечно, два сразу забрал, а два отложил. Там потом еще пойду докуплю их. Вот. Ну вот вроде бы и все. Пишите. Так, мне вот это интересно. Кто там ставит пальцы вниз? Это для меня это ничего не значит. Это типа зашел какой-то Ваня, ему что-то тут не понравилось, или он попал не на то видео, поставил палец вниз и ушел. Если что не нравится, критика принимается, обдумывается. Так что прежде чем ставить пальчик вниз, лучше что-то напишите конкретно, что вам не нравится. Это будет польза. Вот. А так я думаю, что какой-то там Ванек зашел, так делать нехер, там потусовался, поставил пальчик вниз, ушел, и с Харей довольной спокойно спит. Вот. А ты как дурак сидишь и думаешь, с какого же хрена этот палец поставлен вниз. Так что, ребята, думайте, прежде чем там, даже если вы ставите пальцы вверх, вы хотя бы что-то напишите, что вам понравилось. Ну, естественно, и что не понравилось. Так что мне, в принципе, как-то до фени. Вверх там палец, вниз там есть подписка, нету. Я уже говорил 100 раз, мне это абсолютно не интересно. Мне интересно ваше мнение. Нравится, не нравится, да. Что вам интересно, может что-то другое снять. Ну, такая ерунда. Так что давайте. Пишите, буду ждать ваших интересных комментариев. Всем пока-пока. До следующего видео со следующей второй интересной вот такой машинкой, которую я приобрел вместе вот с ней. Вот такие дела. Поближе, я не знаю, будет ли резкость. Резкость не наводится. Это как бы фотоаппарат типа мыльницы. Такая ерунда. Мне понравилось. Колеса разные, интересные, что я как бы еще не видел таких машин с разными колесами. Прикольная тачечка такая спортивная. Да, что интересно, выхлопные заходят в лобовое стекло. И там же внутри где-то они и обрываются. Это как получается? Дымок идет в кабинку. Прикольно, конечно. Вот такая ерундовенько. Ну все, пока-пока. Вот, до скорого. Жду ваших комментариев.